25 марта телеканал «Новороссия ТВ» рассказывал своим телезрителям о пуске новой лавы на шахте «Холодная балка» Макеевки. И вот сегодня торжественное событие на шахте «Северное» государственного предприятия «Макеевуголь». Ввод в эксплуатацию проходил при участии исполняющего обязанности замминистра угля и энергетики ДНР Алексея Василенко, директора департамента угольной промышленности министерства Николая Ковалева, генерального директора ГП «Макеевуголь» Тараса Сидоренко и директора шахты «Северная» Михаила Золотарева. Сегодня государственная комиссия, я думаю, с оценкой, отлично приняла в работу новый очистной забой на шахте «Северная» «Макеевугля». Я не скажу, что быстро и легко эта лава далась коллективу. Очень сложные горно-геологические условия. Нужно было демонтировать недостающее ГШО на остановленной лаве, перемонтировать после ремонта в новый очистной забой. Часть секций и другого горно-шахтного оборудования была отремонтирована на Макеевском ремонтно-механическом заводе. Ну и сегодня мы в очередной раз явили обществу Республики Молодой новый очистной забой, который в ближайшее время выйдет на рубежи успешной работы и добавит весомый вклад в копилку доходной части в целом «Макеевугля». Длина лавы составляет 250 метров, выемочного поля 1550 метров, мощность пласта 1,10–1,15 м. Ее запасы оцениваются в 630 тысяч тонн угля, планируется добывать 15 тысяч тонн в месяц и 577 тонн в сутки. Это минимальный расчетный показатель, и при такой добыче шахта планирует стать рентабельной за месяц. Перспективы у шахты есть. Долгое время, конечно, шахта находилась без угля. Собственно говоря, шахта – это в первую очередь предприятие по добыче угля. Но дело в том, что в связи со сложившимися ситуациями, которые на сегодняшний день есть у нас за бортом, значит, шахта «Северная» тоже была немножко подвержена обстрелам, выведена со строя. И в свое время она стояла без угля, стояла на откачке воды. Но сегодня, как мы видим, знаменательный день для коллектива шахты «Северная», да и в целом для ГП «Макеевуголь». Трудовой коллектив шахты с нетерпением ждал этого знаменательного события для «Северной», когда впервые за полгода появится возможность приступить к добыче угля. Это значительно улучшит финансовое положение объединения и даст возможность стабилизировать ситуацию с выплатой заработных плат, а также даст порядка 250 дополнительных рабочих мест. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех, специально для «Новороссия ТВ».